родной город Олег Чен прилетел 2 декабря и сразу возобновил тренировки. Впереди самое ответственное соревнование – Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. По словам спортсмена, прошедший чемпионат оставил неоднозначные чувства. Про свое выступление хотел сказать, что доволен, но на четверку мог бы выступить и лучше. Первые подходы уронил. Вот от этого чуть обидно, можно было за золото побороться. Сейчас опять по новой приступили к работе, потому что времени мало, 8 месяцев до Олимпийских игр. Даже недавно залеченная травма не помешала Олегу показать достойный результат. На чемпионате он установил новый для себя рекорд – 334 килограмма в двух упражнениях, что позволило занять 2 место. Тренер Петр Курбацкий весь турнир сопровождал и поддерживал своего подопечного и, конечно, доволен его результатом. Олег проявил себя очень достойно на помосте, поднял свои лучшие килограммы, установил рекорд России, превысил его на 2,5 килограмма. Основная цель, конечно, это Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, к которым будем упорно готовиться. В ближайших планах подойти в оптимальной форме к отборочному чемпионату России и попасть в составе сборной страны на Олимпиаду. А для достижения поставленной цели у этого тандема есть все. 2 победы на чемпионатах Европы, 3 серебра мировых первенств и колоссальное трудолюбие.